Так, ну лет 11. Если старый имеет в виду как диафильмы, конечно, новый. Но который, да, который, это, который работает как монитор. Как монитор работает этот компьютер. Но он не самый новый, ему лет 11 уже, может 10. Ну, у него есть линза, фокус, вот это все, короче, беда, или как? Ну, а как же? А как же, есть, да? Да, ну, это и у старого есть линза, фокус, а как же? У него есть просто возможность передачи данных. Не аналоговых, а цифровых. А у старого только аналоговых. Вставляете там какую-нибудь пленку и демонстрируете, это аналоговый, а это цифровой. А видели еще в этом, там, либо в школьных, либо где-то, короче, в лабораториях стоят, короче, проекторы, которые на формат А4, короче. И сверху такая, это, большая линза Френеля. Ну, я слышал, но не видел, да. Слышал, что такие есть. Видели? Да, я такой искал, не мог найти. А сейчас уже проекторы не в моде, да? Они в моде были лет 8-7 назад. 7-8 лет назад. Верно, да. Так что самое главное, что цена, бля, очень дорогая. Они сейчас, блядь, стоят пиздец. Ну, сейчас уже их мало выпускают, да. Когда еще не развиты были LCD-мониторы, они были проекторы в ходу, потому что, типа, ну, модно, поставил любой размер, там, ну, не любой, но вариация размеров была на стене, на экране. Где-то так. Да, это круто. Ясно. Ну, ладно. Дальше. Всех благ вам. И здесь, на этом перекрестке. Вы откуда? Отсюда. В каком городе находитесь? Саратов. Саратов? Не понял. Да. А. Ну, привет, привыканию зубарезного тогда. К чему? Не знаете такие? Района. Привыкание, Зуборезный, Комсомольский. Саратов? Вы, может, что-то путаете? В Саратове. Вы на юнивось не в Саратове, а в области живете. Раз не знаете. В Саратове нет таких. Если ехать на Анисовку, Саратов 3, остановка, первая остановка на электричке, потом еще какая-то, потом Привыкание. Это заводской район. Потом Примыкание, потом Зуборезный, заводской район, потом Зуборезный. Но это заводской район. Ну я и говорю, я ж не оспариваюсь, заводской район, ну и что. Нет, я не понял, я понял, что району я понял, что вы живете не в заводском районе, а это заводской район. Ну так и что? Я говорю, знаю, нет, я не понял. Я думал, сначала начинали перечислять район. Я перечислял остановки на железной дороге начал. Ну, интернет чуть-чуть подвел. Кого, вас? Да, я не расслышал, я первое слово, я... потом опять Зуборезный. Ну понял. Но ладно, вы на Акитиве. Ну я понимаю, вы на Акитиве беседовали. Завод у вас есть Зуборезный? Да, был. Может сейчас и есть даже. А шарики подшипниковые работают? Да, но уже не в таком количестве, но работают. Понятно. Ну хорошо, вы на Акитиве беседуете, может вопросы у вас интересные есть? Да по-разному. Без разницы, все от собеседника зависит. Рыбалка, охота. Понятно. Ну, это немножко не мои темы. Если хотите, заходите на мой канал. Давайте ваши. Если хотите. Всем благ. Привет Саратову. И здесь, на этом перекрестке. Давно в Германии? Порядка. Original City ваш какой? Не понял. Откуда приехали в Германию? С Казахстана? Родился... Не. Я россиян. Родился в Кузбассе, в Кирове, в Кемерово. Я 10 лет там прожил, если вам так интересно. Да, интересно. Могу вам сообщить. Мне интересно, откуда и приезжать. До 16 лет я прожил в городе Крымске, на Кубани. Ну, я понимаю, да. Ну, окей. На какие темы беседовать? Откуда вам... Знаете что, какая у вас погода сегодня? Погода? Ну,
Пасмурно, 26 градусов. А то заливает там, я слышал, там Киев подтопило на днях неплохо. Да я не знаю. Я из Торонто, если что. У нас жарко, но пасмурно. Откуда вас? Торонто, слыхали? Нет. Ну ничего. Я Нью-Йорк слышал, а Торонто нет. Ну бывает. А Чикаго слышал? А где это? Чикаго слышали? Тоже не слышал? Нет, абсолютно. Ну ничего, бывает. Нет. Хорошо, ладно. Говорят, его уже там не очень осталось, там одни бомжи живут, я слышал. Ну да, одни бомжи. Чикаго. Да. Нет, это в Детройте одни бомжи. Чикаго нормально. Развалился город. Чикаго нормально. Развалился город. Детройт развалился. А вы знаете, не это. Детройт развалился, а не Чикаго. А, ну вы даже знаете. Ну я знаю географию, в отличие от вас, да. Если хотите. И здесь, на этом перекрестке. А Даниса где находится? На севере, на востоке, на западе, на юге? Территориально. По карте Киева Дарница где находится? Зачем он? Проверка из Киева или нет? А вы что, Киев знаете? Ну я Киев не очень знаю, но основные районы я знаю, где находится. Вот Дарница где находится? Север, юг, восток, запад. Левый берег. Грамотно, да. Я Харьков знаю досконально, Москву знаю, Нью-Йорк знаю, Торонто, Киев я знаю так. Может, я... Что? Так, может, я угадал? Ну, значит, угадали. Вот, прошел тест, все, киевлянин. На какие темы беседуете, киевлянин? Вопросы? Не знаю. Вопросы, может, у вас интересные есть. Так, вопросы о Канаде надо подумать. Да вы не обращайте внимания, Канаде, не Канаде. Это же интернет, он экстерриториален, неважно. Любому собеседнику в чат-рулетке какие вопросы задаете, такие не задавайте. Как давно из Украины уехали? В 5-м году. У вас Крещатик на заднем фоне. Нет тут никакого Крещатика. Это все Харьков. Как? Это же только что был Крещатик. Это была площадь Конституции в Харькове. Там кое-какие здания... Крещатик похож на кое-какие здания на площади Конституции в Харькове. Они, кстати, более старые. И здесь, на этом перекрестке... Меня Завелина. Вы откуда? Одесса? Нет. А почему сразу Одесса? Ну, я так предположил. А откуда вы? А вы откуда? Ну, я вас первый же спросил. Что за еврейский вопрос? Это... Ну, я же женщина. Я же женщина, а вы мужчина. А мужчина должен женщине уступать, но иногда подстраиваться под нее. Ну, ладно. Балуйте, Харьковская область. А вы откуда? Я не со Днепро. А что на мове-то говорить? Если... Город Днепр, нужно сказать. А не место Днепро. Днепр по-российски, а по-украински место. Ну вы же по-русски разговариваете. Если вы разговаривали на мове изначально. Я могу и по-российски, и по-украински. Я понимаю, что вы можете. Я разумею вашу мову. Я бы хочу сказать, что если вы начали по-русски говорить, нужно говорить город Днепр. А если бы вы начали на мове говорить, тогда нужно говорить место Днепро. А то вы... Как микс у вас получается. Нет, почему вы не кажется диктуете условия? Нет, это ваше дело, как говорят. Я вам поясняю, как грамотно. Я вам просто поясняю, как грамотно. А вы знаете украинскую мову? Да, а вашу... вы знаете украинскую? Да, я же вам сказал, вашу мову я разумею. Ну, разуметь и знать, это разные... Знать это почти, это главным образом разуметь. Ну, знаю, в школе изучал. Бачите, а я українка, в школі вивчала російською, і знаю її досконало. Ну, а ви в школі вивчали українську? Ви і українську вивчали, і російською. Всі ми вчились в одинакових школах почти, що, ну, не важно. А скільки вам років? Да, это лично. Мой возраст вас шокирует. Он
значится трехзначным числом. Это, об этом не будем говорить. У вас есть интересные вопросы? А не может быть, если бы он был 100... Это ж не сайт знакомств. Когда я захожу на сайт знакомств, ищу 40-летних вдовушек, то я называю свой возраст. Немножко преуменьшаю. Чуть-чуть. Но самую малость. Вы шукаете по сайтам знакомств? Да, конечно. Но я разведенный, хожу по сайтам знакомств. Еще 40-летних вдовушек. Вибачте мене, будь ласка, за таке питання. От ваша вода літав, 100 з гаком, як ви кажете, 13-100, ще стоїть, ще працює апарат? Так, да, працює, раз в день. А коли мені було 20 років раніше, 2 рази в день, 40 років раніше, 3 рази в день. А в 20 років 8 разів в день. Працую. Працую. А сколько вы мне дадите, вот, по-вашему? Я ж пошутил, что трехзначным числом. Сколько по-вашему? Ну, я не зрозуміла сьогодні. Сколько по-вашему? Я так думаю, десь 70 значков. Не, ну это вы совсем. Мне меньше намного. Мне даже дают меньше, чем на самом деле мне есть, но мне меньше. Лет на 10. Ну, у мене батько є 65 років, він дуже молодо виглядає. Ну, хорошо. От скільки ви дасте мені? І здесь на этом перекрестке. Укром в 1917 году, вот за что я переживаю. Понял? Так нахрена не отдали. Что? Вот спроси у большевиков. Большевики были русофобы, они разбазаривали русские земли. Да, русские земли отдали. Тебе ни русского не понять. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Ніж передали в 1922 році в Воронежську область. А в 22-му году Львівська область де була? В Австро-Венгрії. Опаньки, так это не була ще? Ну, уровень інтелекту у Миколи Рушніця, на самом деле это Геннадій Хазан, по-моему, так его фамилия. Это уровень інтелекту креветки из Азовского моря. Хорош. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор.
граница с Россией 40.